автобусная остановка тоже в стиле нашего комплекса жилого. Пойдемте, Хаси, пошли, пошли. Просто сносит. Сейчас еще затишье. А пока сижу дома, учусь вязать свитер. Как это не смешно, но я самоучка и по правилам вязать не умею. И у меня всегда большие претензии к своим свитерам. Мне все время кажется, что они какие-то кривые, косые. И вот я доросла до мастер-классов. Сейчас сижу, вяжу. Мы с Миюшкой исследуем окрестности, гуляем по церковь. Мий, пойдем сюда, наверное, собакам нельзя. У вас же души нету, вам нельзя на святую землю заходить, как считают наши приверженцы религии различных. Красивая здесь территория, наверное, прикольно здесь жить. Все это разные коттеджи. Люди здесь живут. Большое дерево, а я как раз из спальни в окно вижу. С его ветками я засыпаю и просыпаюсь. Ми, иди сюда из газона, уйди. Дождь идет, такая у нас печальная индивидуальная прогулка с Нолой. Сейчас еще с Миюшкой надо будет сходить. Нас ждет унылость. Приветствие радостное, давно не виделись. Миюша вернулась с прогулки. Такое, Нола, ты стала такая болтливая. Что? 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 Такие вот у нас тут зверюшки дорогу переходят. Нол, посмотри, кто это, фазан же? Миюш, иди посмотри. Кто это у нас тут гуляет? Безобразие какое, да? Кошмар. Как бы сейчас выскочить, да выскочить, схватить их. Прогулка с Миюшей. Мия, идем сюда, Мия. Мия, иди сюда. Давай, давай, скорее. В саду мы сегодня никуда не поехали. Остались дома, потому что очень пасмурно. Постоянно идет дождь. Вот, и мы сегодня гуляем во дворе. Юша! Пойдем, мышь.